Чистота и порядок независимо от времени года. Именно так должен выглядеть МИАС, считают в городской администрации. Сегодня на аппаратном совещании Станислав Третьяков еще раз напомнил, что у компании, занимающейся уборкой мусора, есть ровно неделя, чтобы привести город в порядок. Напомню, это распоряжение было выдано на прошлой неделе. Вот тот объезд, который мы сегодня что очень провели, показал, что состояние неудовлетворительное. Мусор вывозится не своевременно, есть завалы мусора и плюс контейнерные площадки убираются плохо. До 18-го необходимо работу организовать, провести. После 18-го лично проеду, проверю 5 контейнерных площадок, любые на выбор. Если мусор будет убран плохо, соответственно, будем расторгать договора с теми, кто его вывозит, или с теми, кто убирает. Не хотят убирать, найдем других людей, которые будут это делать. Взять ситуацию на контроль поручено первому заместителю главы администрации Ольге Кротковой. И как мы сегодня уже заметили, во многих местах действительно начали наводить порядок. Для этого привлечены дополнительные силы и даже тяжелая техника. Оценку работе Третьяков даст на следующей неделе. Также он подчеркнул, что это не должна быть разовая акция. Чистота в городе должна стать привычной.